В Зеленогорском зоопарке настоящий бум рождаемости. Накануне там появились на свет малышка пятнистого оленя и 4 косули. Животные эти очень редкие, они занесены в Красную книгу. Малыши косули чувствуют себя хорошо, хотя и ходят пока не уверенно. А в конце июня пополнение произошло и в семье Сервалов. У пары родилось 3 котенка. Кстати, впервые за долгие годы пребывания этих кустарниковых кошек в Зеленогорском зоопарке. А затем потомство принесла и пума. Вот только пушистые матери своих детей не признали. На помощь пришла внештатный сотрудник учреждения «Кошка Муся». Пятнистая приемная мама выручает уже не впервые. За свою 5-летнюю карьеру кормилицы она вырастила уже не одно поколение котят. Обычная кошка, да, кормящая. У нас, кстати, это и есть на нашем опыте, когда у нас бывает, рождаются детеныши, и если мать отказывается от кормления, приходится находить. Вот у нас есть такая потрясающая кошка Муся. Она очень маленькая, но она очень хорошая мамка, и она прекрасно приняла сервалов.